празднованию Дня Победы всегда подходили с особой ответственностью. Однако в этом году важность события усиливается. 70 лет – очень серьезная дата. Представители творческих союзов собрались за круглым столом в Общественной палате, чтобы обсудить, как сделать 9 мая незабываемым для наших ветеранов и жителей республики. Союзы композиторов и писателей Чувашии всегда играли важную роль в организации Дня Победы. В этот раз они также намерены принять активное участие в проведении таких всероссийских акций, как «Вахта памяти», «Бессмертный полк» и других мероприятиях республики. Запланировано множество тематических концертов, где представители творческих союзов и ассоциаций планируют выступить со своими произведениями о Великой Отечественной войне как на русском, так и на чувашском языках. Творческие союзы участвуют. Вот дети, нужно, наверное, детей больше подключать. И рисунки детей, и эти сочинения, и все вот такое. Особенно, наверное, активно, как у них хватит пороху или нет, музыканты и творческие коллективы, вот Муровский, Плашкин, это вообще идет, столько, хватит ли у них программы, дай бог, очень здорово. Безусловно, многие ветераны не смогут посетить данное мероприятие в силу возраста и физического состояния. Для них необходимо продумать отдельную концертную программу, возможно, с выездом на дом, предложили участники круглого стола.